Короче, всем ку. Скоро катка начнется. Один человек остался. Хочу пока ТикТок позырить. Что-то заебалось сидеть ждать. Так, нас с Денчиком вырубаем. Так, что еще, что еще, что еще? Вот так вот. Лёня Воронин был опом, и мы его грохнули. Обчик на небе, типа отказали орг. Лёня Воронин был опом, и мы его грохнули. Последний вопрос. Так, следующий персонаж. Что там, парня уже? Еще один. Эмбер Спирит. Так, Евген Саяид. Ну наш, Жека, брат. Бля, как на компьютере ТикТок смотреть, это пиздец. Так, а в лайкнутых что-то есть еще? И чё, блядь? Пусто нахуй. Почему ТикТок не работает? Аль-джулусу вахидан лейс актиаб. Аль-джулусу вахидан лейс актиаб. Если друг не смеется, ты включи ему сон. А я плачу. Я плачу, надо говорить. О, все готовы уже. Oh, miss, please, я так, плачу, если хочет чупачу, нужный день. Сейчас каточка уже начнется. У нас сегодня Джун Хейтерс и трусики Каталовского у нас играет командочки. Ну, кстати, эти команды я еще не видел, они, может быть, на прошлой неделе играли, но на прошлой неделе меня не было на данном мероприятии. Сейчас уже, видимо, с минуты на минуту стартанется игра. Бро, я не понимаю, почему ТикТок не рубит? Причем он мне видео какие-то незаблоченные показывает. О, все, катка началась. Кто тут ёбаря? Её ненавистники или трусики Каталовского? Ещё не застал. Интересно, будет пик Брислбэк, ой, бан Брислбэка, как в предыдущей игре. Леон. Леон Лего, Бара Спектра у нас отлетают в баны. Вчера в двух играх Спектра была прям... Хорошо себя герой показывал, на самом деле. И Леон тоже очень прикольный герой сейчас. Гримстрок Бэйн пикает. Ой, банит команда Radiant. Микрофос. Сразу на ФП залетает Акс у юни ненавистников. Интересный ФП. А, сейчас же новая система банов-пиков, да? 7 банов, 2 пика, 2 бана. И потом 6 пиков идет, да? Интересно, блин.
Вайда забанили. Войд Урса. Не знаю, зачем Урсу банят. Герой же вообще беспонтовый. Единственное, только на линии может показывать что-то. По игре-то его раскатить вообще как нифиг делать. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Кстати, в этой игре вообще Брисубека пока еще не банили. Тинкера банят. Не верится мне, что тут кто-то играет на Тинкере. Тиневич Доктор. Первые два пика команда Radiant. Причем, я как понимаю, Тини может и в мид пойти, и на 4. Посмотрим, куда они его поставят. Так, если это Акс тройка, надо сейчас тогда под Акса 4 брать какой-то. Ну или я не знаю, скорее всего просто пятерка залетит. А Теча сейчас вообще, да, что ли, не играет? Я не понимаю. Где Течка? Течка это же универсал, да? They call me Squeed. They call me Spleen. They don't know I'm here. А, вот пишут то, что ненавистники выиграли Ашалава на праках. Причем в ноль. Посмотрим. Джакира берут. Джакира 5, наверное. Сейчас, скорее всего, какая-нибудь четверочка залетит под Акса. Снайпер. Не, залетает снайпер. Снайпер может как и в легкую, так и в мид пойти. Не совсем очевидно распики пока что. Тини все-таки четверка будет, видимо, в этой игре. Пока неплохой сетап, конечно, под шторма. Есть кому прыгнуть, чтобы шторму первому не лететь. То с ней Тини как четверка прям очень хороший герой, особенно в хороших руках. Даунбрейкер харда залетает. Два милишника, что ли, будут стоять в харде? Не, по шторма Даунбрейкер прям тоже офигенный герой. Шторм летает, Даунбрейкер просто с ульты прилетает, прыгает, встанет, и дальше весь раскаст идет. Под фокус прям вообще нормальный персонаж. То же самое можно сказать и Аксе с Джекира. Акс агрит, Джекира прыгает, дает ледышку. Берут Рубика. Рубик 4, да? Акс Рубик получается. Осталось понять, куда снайпер пойдет. На мид или в легкую? Скорее всего, на мид пойдет снайпер. Против шторма лейнить. Ten seconds remaining.
Надо кого-то, кто это будет весь проказ переживать. Вообще здесь ВК прикольно смотрится. Но нынешний ВК, не знаю, я вообще его не видел. В последних играх. Джаггер залетает в бан. А, еще Фантомка залетела в бан. Джаггер, Фантомка. Вот Джаггер бы в нижний пик хорошо бы залетел, кстати. Хороший бан. Может вообще какого-нибудь инвокера добрать? Команде Дар. Снайпера просто в легкую отправить. Жукира лейнить. Здоровка. Ну тут кого забанит Дар? Не знаю, мне кажется, здесь ТБ неплохо. Верхний пик ТБ какой-нибудь условный. Ворваться есть кому, и ТБ можешь просто накидывать. Зафокусить ТБ будет довольно-таки сложно. Рики забанили. Рики. Не знаю, может он сейчас сильный, тоже не видел. Коня вообще винрайчес у Рики. Рикимару пришел за вами. А, у меня ждут плюс нет. Сейчас надо добавь посмотрю. Так, Сигерой у нас здесь Рики. Рики. Эно. Рики. А, Рики сейчас еще винрейт вырос. 734. А, нифига себе у него винрейт. 57. Свену взяли. Ну, не знаю, это надо будет посмотреть по игре как. Не знаю, мне здесь Свен не очень как-то нравится. Ну, вот. Я представить просто не могу. Здесь его кайтить, в принципе, есть чем. Темпларку берут. Что-то у них почти все на врыв. Команда Radiant. Шторм может прыгнуть, Даунбрейкер может прилететь на того, кто прыгнет. И Тини, Тос, и Темпларка будет с блинком, наверное. Просто шотать героев. Короче, судя по героям, какая-то неоднозначная. Однозначно ничего нельзя сказать. Здесь нужно будет посмотреть уже после стадии лайнинга, что как пройдет. Мне больше пик сверху нравится. Особенно если они как-то затемпуют. Просто мне кажется, пик снизу, он... Можно затемповать очень быстро.
и снести их там до 30 минуты. У нас Свен, получается, будет стоять против Даунбрейкера. Даунбрейкер и кто там? А, и Тини. Что они решат? Может, хотя они, может, Тиника отправят к Темпларке? А Вич-Доктора, наоборот, поставят с Даунбрейкер. Смок у Рубика есть. Скорее всего, сейчас будут пытаться что-то делать на руне. Вчетвером прожимают смок. Скорее всего, снайпера ждут. Вчетвером идут на нижнюю руну команды Дайр. Может быть, получится кого-то подцепить. Разревилил эту всю движуху. Тиник у нас. Есть чем цеплять, Тини. Не попали по нему гранаты. Никого не убивают. Хорошо их Тиник разревилил. Не умер. Всего лишь руну отдали. Но они, наверное, еще заберут верхнюю руну. У них по рунам 1-1 пока, да? Ну и на эту руну, скорее всего, тоже Даунбрейкер сходит. Да. И по итогу команда Рейдин заберет 3 руны. Так, откроем крипов. Шторм себе сики принес. Против снайпера. Поздно как-то возвращаются на линию. Не очень быстро. ТП не нажимали, судя по всему, да. Заблочил Джекира Кемп, Тинику. Тяжеловато, конечно, будет Темпларке стоять против Акса. Особенно, если он сейчас хорошо крипов понадобивает. Там появится какой-нибудь ранний вангуард, сапог. Он просто их выгонит. Но в то же время Темпларка может очень много урона нанести под Маледикт. Причем быстрого урона. Сильно пробили Тиника на верхней линии. Да, мне кажется, это будет интересная игра. Потому что выиграть могут как и Дайр, так и Рэдиант. Пошла, родимая. Благодарю. Возвращать линию надо. Темпларка, да, сама будет отводить, видимо. Маленький кем заблочен у Вич-Доктора. Здесь уже разблочили. Тиникси разблочил кемпик. Если что, отводить сможет. Тем временем Джекира отвел. Дефолт на верды стоят. В миде. Снимать они вряд ли их будут. Но здесь, конечно, стоит центряк. Но плохо стоит. Его далеко от точно на речку надо ставить.
Ой, пропустил где-то ФБ. У нас Свен, да, все-таки умер. Не, ну Свен, ну лох ФБ ходил, конечно. Тосвит крипа. Тиник у нас. И умирает Шторм. А, Шторм себе еще ботл не привез. На 4 минуте. А, у Шторма довольно-таки все плохо здесь в миде. 10 крипов всего лишь. Убивает же Кира сверху. Тяжело им стоять. Однозначно тяжело стоять против таких героев, как Тиня. С ДБ. Пускай это хоть и два милишника, но все равно. Там что ТОС, что гречка. Слишком много урона тоже мгновенного. Есть чем заберстись. Убивает Тини, что-то он загулял здесь. Мне кажется, им нужно пробивать у Даунбрейкера, потому что она вообще стоит без ресурсов, без ничего. Слишком лоуреса. ДБ принесет ли ей что-нибудь Тини? Доска зарубана центральной линии. Шторма еще два крипа до шестого. Скотапа, наверное, получит. Второй килл делает. А, сверху тем временем убили Свена. Ну, видимо, просто тос гречка, да. Тос гречкой, скорее всего, мы под молоток убили. Снизу пока не сильно агрессивно играет. Потому что там какой-нибудь шальной маледик залетит. Можно реально нафидить. Здесь Аксу нужно играть аккуратно. Иллюзия. Получает чистый левел в сторону. Плохо, плохо все, Шторма. К нему бы куда-нибудь в лес уйти. Ну, тавер он точно быстро потеряет. Буквально еще две пачки крипов. И все, тавер в меди упадет. Поэтому Шторму нужно как можно быстрее выходить в какой-нибудь. Убили Рубика. Скорее всего, под Маледикт. Бля, вот Маледикт такой спел, это просто нечестно. Особенно на первых левелах. ПТ у нас летит. Да, ПТ у нас летит для Свена. Сапог Джекира. Снайпер что-то прилетело. Бенд второй, скорее всего, или ПТ он себе принес. Что-то Мурвика. Арканы 400. И у Свена будет ангвар через 200. Не знаю, против такой темпларки тяжело уже стоять. Потому что темпларка, как я понимаю, уже ботинок летит, да? Да, темпларка сейчас будет с ПТ. И она просто будет стоять и пушить линию. И смещаться в лес потихоньку. Пробьет тавер пока что. Решает у нас на шторм прыгнет на снайпера. Подрунные щита. По итогу остается без ресов. Сверху очень сильно пробили Свена. Не знаю, мне кажется, ему мом сейчас просто нужно доносить очень быстро. Убили темпларку. Под агр, да? Да, просто под агр плюс горелка добили. Выживает Акс. Рудка чистая? Еще нет. Мудрости руны все собрали. Запушили с этого Свена. Убили.
И ДБ разменяли. Там какой соло-фраг был? Нет, не соло. Ну вот снайпер слишком много сейчас будет иметь. Я не знаю, что против такого снайпера делать. У него слишком много соло-фрагов. 60 крипов. 2 фрага. Надо добивать тауэр снайпера. Я бы вообще сейчас ульт на месте снайпера обзарядил в шторма. Активка будет скоро. Нет, нет, нет. Активка сверху урона волшебства. Как же много. Просто снайпера очень много. У него сейчас еще скоро будут молнии. Тавр он сейчас скорее всего добьет. Да, он просто сейчас пушит. Добьет тавр и начнет уже куда-то по линиям ходить. Стягиваться, смещаться. Но все равно даже такому снайперу нужно быть осторожным. Вот и все. Вот такой вот персонаж этот Вич-Доктор. Хорошая перетяжка от снайпера. Убили Тинника, убили Даунбрейкер. Даблкил для снайпера. А, еще забрал тауэр в миде. После этого сделал ТП, дал даблкил сверху. Я не знаю, что с этим снайпером делать, вот честно. Потому что, например, вот такой шторм, если будет в него влетать, он просто будет умирать. Я бы точно, наверное, какой-нибудь... Хотя вот с такими персонажами... Даже БКБ, наверное, не хочется иметь на снайпере. Собирает золотые запасы снайпер. Три баунти. Вич-доктор 7, луна 7. Кстати, у ДБ неплохой левел. Скорее всего, она, да, руну мудрости забирала. Нет, здесь я уже не увижу. Масочку себе привез Свен. Сейчас будет потихоньку лес долбить. Им нужно стаки поделать. Стаков, увы, нет для Свена. То есть он не сможет камбэкнуть в этой игре. Снайпер снялся на низ. Здесь луна его убивает. Макс точно умирает. Я не знаю, чего снайпер боится, потому что Маледикт ульта дали. Он же может их просто запкэмить. Все, шрапнель есть? Шрапнель есть, ульт есть. Ну ладно, решает не наглеть снайпер. Играет с его. Шторм без маны, это может стать критичным для него. Но вот Свен не захотел дальше идти. Опять тосает крипа Тини. Но я не знаю, мне кажется, они бы Джекира все равно не убили. Забирает Лотус. Скорее всего, сейчас будут убивать Джекира. Прилетел Даунбрейкер. Хороший фраг. Стягивается еще снайпер. У Свена не будет маны на стан. Все равно умирает шторм. Я не знаю. Против такого снайпера тяжело играть. Он сам себе герой, да, легко убиваем. Когда у него столько много денег, я уже думаю, можно ценность включать. 7000 на творца на 14 ночи у медового снайпера. Молнии. Молнии. Сейчас Драгонленс скоро будет. Блин, косарь для до Драгонленса осталось. Он все будет еще собирать. Лотар, да? Лотар, Яша.
Манту, наверное, он себе хочет. Не знаю, манта на снайпере мне, например, не нравится. Что-то я думал, тупларки больше. У нее так мало почему-то. Всего лишь 4600. Даже у Свена больше. Тупларки счет 1-2, Свен 0-3 вообще. Убили опять же Кира. Регенерация. Не знаю, стаки нужны, что и Рейден, что Дайер, потому что, ну, у них персонажи могут очень легко камбэкнуть. Тот же Силен, да, вот он 0-3 отстоял, он может просто спуститься в свою тройку нижнюю и... Здесь, например, стак. И даже если бы здесь просто тройной был, здесь так, и тройной здесь так. За 15 минут там можно наделать. Учитывая то, что здесь снизу линия была не совсем такая агрессивная. Потому что против Вич-Доктора тяжело агрессивно играть. Стянулись. У нас под низ снайпер с Джекира. Скорее всего, будут забирать тавр. Темпларке нужно отходить. Да, тавр будут забирать снизу. Дефать не могут. Может быть, команда Рейден просто отойдут. Опять убивают Свена. Тавр снизу падает. Свена убили. Я не знаю, вот ему нужно просто уйти в лес. Все. Сместись, нижняя тройка. Вот. Вот. Весь твой фарм. Качай. Не хочет он это делать. Тем временем сейчас будут забирать тавр сверху. Команда Radiant. Еще и шторм подставляется. Слишком много вот в таких вот моментах видит команда Radiant. Но с другой стороны непонятно, кто теперь может, так сказать, какого преимущества. С одной стороны снайпер, у которого уже алтар есть. Быстренько убивает Тинника. Вот у снайпера много. Да. Свен 0-4. У него не очень много для его персонажа. У него вообще шмоток нет, считаю, на 18 минуте. А, команда Radiant. Здесь Темпларка тоже. У меня не слишком много. У шторма все плохо. У Даунбрекера все хорошо. Но. Так, вот еще Акса. Блинк Вангуард. Пайп хочет собирать. Пайп. Ну, не знаю. Мне пайп... Хотя, если он будет какой-то словно ранний, но ведь он ранним не будет. Я бы пайп собирал вот против Дайр. Но вот Radiant, мне кажется, здесь не пайп нужно собирать. Ему обратка здесь будет лучше. Первая шмотка. А там бы я даже пайп не собирал, скорее всего. Умирает ДБ. Не успевает улететь на ульте. Все, просто спокойно забирает тавр сверху. ДД сейчас... А, не увидел шторм ДД. Он сейчас будет бить мид тавер, но он его точно не сломает. Снайпер сейчас просто добьет тавер сверху. Сверху команда Radiant тавер сверху. Убивает у нас Чекира. За это умрет Синий. Шторм не собирается сюда смещаться. Кстати, почти забрал тавер в миде. Сейчас, возможно, Акс прыгнет да-да-да под снайпера и смогут забрать. Хороший выход команды Radiant. Просто убили шторма, получается. У Рубика спиженная этот гречка.
Еще Джекира сюда сместился. Поставит Vision. Кстати, что по Vision у них? Здесь просто дефолтный, да? Здесь стройки на камне, здесь на камне. А точно ли Свену блинк нужен? У Свена очень мало. Ему нужно идти качать нижнюю тройку. Я не знаю, почему до сих пор здесь ходит сверху. Снайпер все сейчас добивает у нас. Кстати, дизолятор появился в темпларке. И как бы у быстрых персонажей, точнее персонажей, которые быстро качаются, у них очень мало редких персонажей. Вот он здесь только экспы потерял. Экспы и денег. Вот то, что он здесь не качался. И Акс тоже это не качает. Я не понимаю, почему. Нажимает ТП наверх. Скорее всего, сейчас буду драться. Хотят убить темпларку. Снайпера сейчас Яша будет. Кстати, интересный билд у Тиника. Вангвард. Шлем. Он что-то хочет из него собрать, что ли? Кримсон, может, какой-нибудь? Не знаю, посмотрим. Может, просто купил как переходной айтем. Прыгает Акс. Я не знаю, почему они пытаются отойти. Вот опять, вот в предыдущих играх, которые вчера были, никто даже не фокусит Вичдоктора, он просто стоит и весь файт кастует свой вард ультимативный. Что здесь? Вот Свен не подходит и не дает сам в него, он дает Свен в героя, который уже все кнопки отдал. Повезло ему, что его не убили. Снайпер уходит все-таки качать иншей, потому что не хочет Свен такими вещами заниматься. Будут забирать Терзателя, да? Вот еще ждут, что ли? А, Рубик, да, видимо. Кто он шарп получит? Шарп получает Рубик. Что там, своих же, да, можем поднимать? Да, превосходный шарп. Темпларка уже слишком сильно перегоняет Свена. Слишком сильно. В соло будет пытаться забрать темпларка Терзателя. Да, но это делает вообще без проблем. Все, там получает Вичдоктор. Тоже превосходный шарт. Просто отлично. Хорошие шарты получают обе команды. На Рубике и на Вичдокторе. И команда Рейден собирается у нас снизу на Рошана. Рошан у нас получается через минуту 20 будет перебегать. Он, скорее всего, его убьют. Темпларка вот летит уже. Понимает команда Дайер, скорее всего, то, что сейчас Рейден на Рошане находится. И будут его дефать. Не-не-нет, не успевают они его быстро забрать, Рошана. Тини заревелил смог. Не стали дальше забирать Рошана. Идут драться. Ой, какие превосходные каски.
не успевает шторм улететь. И темпларка умерла, и даунбрейкер. Просто, ну все, это рошан для Radiant. Не знаю, кто будет забирать. Я бы... Ну, еще находится этого лич доктора. Снайпер оформляет у нас ультракил. Скорее всего, Егис... Не знаю, Егис надо... Может быть, Аксу давать. Снайперы все равно, они даже не фокусят, да и у них не получится, мне кажется, его зафокусить-то. Нет, все-таки забирается снайпер. Так решили. Так решила поступить команда. Ой, будет у нас, скорее всего, умирать Свен. Да. Нет. Делает блинкаут. Все, сейчас возьмет ДД. Они, может быть, на разворот сейчас что-то что делать. Под Рубика можно было засетапить килл шторма. Кстати, на тине нет еще блинка. Я бы не стал, кстати, нападать так в Свена под ДД и под ультой. Слишком много урона с этого персонажа, конечно. 500 урона с руки, несмотря на то, что у него по фарму все очень плохо. Хотя, ну как сказать плохо, он уже догнал темпларку. Вот из-за того, что темпларка на Рошане умерла. Свен быстро сократил этот отрыв, пропушив верхнюю линию до Талова, получается, до Т2. Тут он взял ДД, здесь он убил шторма. Ой, какой прекрасный кол от Акса. Просто минус 2. Опять умирает темпларка. Ну, тут все, я не знаю. Здесь Свен ее уже перефармит, это точно. Еще цепляет Вич Доктора. Ну, выживает он. Команда далеко была. Ну и все, просто собрались под Т2. Пока нет темпларки с сиником. Будут ли они пытаться заходить? Смоков нет. Удавить. Как же мало у шторма. Шторма на Творска, Кутиника и Вич Доктора. Причем разница не такая уж и большая. Тем временем до БКБ 100 рублей осталось своему. Руна щита сверху. Что-то здесь собирается у нас команда Radiant. Что-то они хотят делать. Собирается и Монту все-таки снайпер. Монта потом хочет сделать Мьёльнир, да? Мейлшторма. Кстати, там Мейлшторм никак не апали. Ля-ля-ля-ля-ля. Приветствую, Александр. Да нет, там все так и осталось. Игорь, привет. Здравствуйте, Александр. Как у тебя дела? У меня отлично, готовились к матчу, пришли вот с парнями. Как комментирование? Да ничего, нормально. Денчик сказал, на вторую, где-то ко второй игре подойдет примерно. Там сейчас они сражаются. Чего еще раз? Там сейчас эфир идет? Конечно. Залетай. Супер. Так, ты можешь мне ссылочку продублировать? Не в Телеграме желательно. Не в Телеграме? Ну, можешь прям сюда скинуть, типа, да. Давай. Все скинул. Ага, сейчас перейду, секунду. Блин, а ты куда скинул? А, все, нашел. Блин, а ты куда скинул? Очень плохо про Гатине. И все, просто за это моментально наказывает команда Дайер.
Ну не знаю, здесь ГГ. Да, Райден. Это первая же игра, да? Ну, карта первая, да. Ты на второй, да? Ну да, я на второй игре. Ой, почти самоубилась об обратку там Кларка у нас. Ну все, я не знаю, как это. Тут снайпер просто стоит сзади и настреливает. Снайпера поймать нечем. Даже если и прыгнуть в него как-то, попытаться убить, просто не хватит кнопок. У него только сейчас заканчивается Аегис. 2200 хп, 23 брони, я не знаю, как его можно убить. У меня нескромный вопрос, а зачем снайперу манта? Вообще не понял. Нет, я тоже в этой игре не понимаю, зачем ему манта, но... Понимаешь, он здесь в этой игре, он может собирать, что хочет, потому что... На 12-й минуте, если мне память не изменяет, у него там было что-то в районе 6-0. Угу. Он просто за сноуболил, вот и все. Вот, нападают они на снайпера. Здесь плохо они, конечно, кнопки нажали. Нет, снайпера убьют, кстати, убьют снайпера. Убивают снайпера, но... Акс только сейчас, видимо, да? У нас появляется. Не было в этом файте. Да, Артём, выйди. Прогнал сокастера одного из. Маленького сокастера. Ладно. Но он глупый еще. Не фильтрует базар свой периодически, поэтому нужно его выгнать. А, Ленечке шторма дали. Самого легкого героя в исполнении. Отличное решение. Я тебя могу, в принципе, в Дэйсе подрубить, а там-то задержка 3 минуты. Да, да, давай. Давай, сейчас в Дэйсе подрубим, да. В который раз не понимаю, почему команда дает не самому сильному исполнителю довольно сложных героев, на что я бы точно тоже не выиграл бы однозначно. Да? Ну, видишь, там он стоял против снайпера, а снайпер его просто банально за ПКМил, вот и все. Там на 5-м левеле. Да, на 5-м левеле шторма уже 0-2 было. Как-то там, ну да, там. Я не знаю. У Тумпларки было мало. Я, правда, вот такого Тиника увидел, я прям удивился. Че еще раз? Позвольте. Мне у Тиника шмотки нравятся. Ну слушай, они потеряли довольно много преимуществ, они, по-моему, 10 тысяч вели справа, да? Со снайпером Тима. Ну, не, естественно, так ты учитывая то, что там у ДБ все хорошо по бабкам, а темпларка, ну, она как бы не сильно-то и проседает, потому что это темпларка. У нее пускай немного, но все равно, не знаю, если команда Дайр будет 5 на 5 драться, идешь, закидываешь, они потом проиграют. Ну, команда Рейден проиграет. Ну, лично я, хоть и должен быть объективным, все равно болею за команду слева. Поддерживаю Леонида, который на Шторм Спирите в этой исполняет. Как тебе вчерашняя игра Team Spike, если вдруг помнишь такую? Конечно, помню. Ну, не знаю, вот честно, обе игры так в одну калитку были. У нас кого-то Акс прыгает, чуть доктора. ПКБ включил, молодец. Но Акс не самая лучшая цель, конечно, для такого нападения. Как-то плохо они подрались, потому что Темпларка все это время била тройку сверху. А как бы Темпларка очень много урона наносит. Опять прекраснейший кол от Акса. Прекрасно он стабит. Ну да, у исполнителя на Аксе есть как будто такая черта, что вот он на ЛЦ и на Аксе хорошо исполняет, типа, в целом. Герои не то чтобы сложные, будем откровенны, но он прям хорошо играет. Я в этой игре, правда, не понимаю, почему Свен, он просто... Понимаешь, он как будто ненавидит свою нижнюю тройку, вот с иншами и вот этот, и боковых еще иншей. Угу. Он не закачивал, да? Он просто, он их ненавидит. Он вот сколько, 20 минут вот здесь в верхнем лесу простоял. Вот, полагаю, очень... дело привычки.
слишком. Нет, ну просто его на линии, например, уже убили два раза. И понятно, что он не может стоять против Даунбрейкер в стене. Там слишком много быстрого урона. Да, да. Это проблема. Но опять же заслуга снайпера. Быстро сломал тауэр в миде, стянулся под верх, там дабл килл, там два раза шторма убил. Просто я вот не знаю, что вот такому снайперу можно сделать. Вот ему бы сейчас сатаник на самом деле вместо манты, и он может вообще просто стоять. Нажал по КМ, а руки от стола. Ой, хорошо летает, ой-ой-ой-ой-ой. А, аганим у Вич-доктора. Отличная ульта от Вич-доктора, еще и выживет, если гриммер нажмет. Отдефались ребята. Вот, Тини убить, вот ой, что знаю. Во вчерашней игре, что в этой. Точнее, во вчерашних двух. Всем так плевать на Вич-доктора? Ну, это слишком сильный герой с аганимом. Даже заметить. Без аганима. Вот сам этот спелл. Чистый Ором Варда. Маледикт плюс а, Вард. Маледикт, да. Вот он стоит, кастует, но почему-то по нему ни одного стана не залетает. Станы летают вокруг, только не Вич-доктора. Почему-то не считают опасным этого персонажа, оппоненты. Ну, сейчас хотелось бы увидеть камбэк. Хоть... А, мега-крипы, они суициднулись просто в бараке. Ну, сложно будет ребятам, конечно, пойти это все снести, дело. Нет, ну, хотя бы уже медовый тавер сломать. Не тавер, медовую сторону. Отдают глиф. Глиф на глиф у нас идет. Ну, две катапы умрут. Две катапы все равно умрут. А, нет. Катапа выживет, да? Да, катапа выживает. Надо низ дефать уже, ребята. В трон не могут пойти, Свен сейчас возродится. Слишком рано отдал гречку Рубик. Надо было под Ресакс это делать. Все-таки не забирают даже тавер. Такая как будто отчаянная уже просто атака была. А Рошана нету на карте? Есть Рошана на карте? Есть, он могли сверху, забрать спокойно Рошана. Да, сверху. Но мне кажется, было бы выгоднее все-таки Рошана забрать. Рошана сверху. А можешь показать эти байбеки показать, пожалуйста, чтобы мы понимали, что к чему. Что у нас там по байям? Бай только УДБ, Свена и Акса. Давай вот так. Ну, в таком случае, мне кажется, очень актуально было бы все-таки забрать Рошана. Да. Безусловно. Ну ладно. Не, Рошан тем более сейчас сыром. Я думаю... Да, очень приятно. Какому-нибудь Аксу. Я бы даже снайперу бы на самом деле сыр бы отдал, потому что его все равно фокусят в основном только в последнюю очередь. Он стоит сзади. И настреливает. Но я все равно не перестаю удивляться закупу Тини. Очень ну, интересно. Да, неординарный. Нет, чтобы ты понимал, у него сначала появился вроде Кримсон. Кримсон, подожди, я не помню, у него был Кримсон, Арканы. А, вру, у него был закуп Арканы, Вангуард, вот этот шлем. Угу. Потом он апнул Кримсон, получается, и только потом блин купил. Ну, в смысле, это интересно, я такого еще не видел. Ну, у них не так много сетапов, ну, хотя нет, у них есть эти сетапы. Вот, пошли все-таки на Рошана. Да. Да, все-таки блинк на тени поприятнее иметь сразу. То есть арканы блинк это отличное как бы решение. Ну, виндвейс еще само собой, стики можно. Но все-таки лучше рашить, конечно же, дагер. Не, ну может быть, с другой стороны, это и зарешало, потому что. Как сказать. В начале игры у команды Radiant не все так мягко шло, поэтому я думаю, то, что тени с дагером там особо делать нечего было. Кого-то убивать. Ну, возможно. Вот, поэтому, может быть, в какой-то степени это и зарешало. То, что у них, так сказать, шмотки на сейвы были. Не знаю. Сейчас посмотрим. Может быть, получится задефать команду Radiant. Должны сейчас отпушивать... Должны были отпушивать низ, убивать две пачки, потому что знали, что противник на Рошане сверху. У них сейчас пушатся все три линии. Мега-крипы очень опасные противники. И сейчас команда Dire пойдет заканчивать. Бутстоун хочет покупать себе шторм. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, подставился очень немножко. Его убьют. Ой, еще БКБ отдал. Байбека нету. Байбека это нет. Похоже на концовку ну, все, игры. Это... Ага. 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 Просто убивает персонажа, плюс убивает Аегис Вич-доктор. Заживает, но у него все равно, у него вар только через 40 секунд откадешится. Курс рубля упал замертво.
Не, ну вот, я не знаю, если бы сейчас был сатаник у снайпера, ему бы так бы было вообще похуй. Он бы просто стоял даже под вардом вич-доктора и мог бы настреливать. Не знаю, очень сильно сатаник. Ну, да. Ну или мома хотя бы какого-нибудь. Ну да, учитывая, что это неплохой артефакт в целом против Маледикта. Согласен. Так, кажется, там просто голый трон у команды Radiant. Я правильно понимаю, там нет Т4 вышек? Да. Угу. Глифа тоже нету. Зря, наверное, команда отходит. Почему они ушли справа? Решили на Верочку сыграть. Ну видишь, у них нет Акса, да и Рубика. Снайпер в соло может со Свеном что-то придумать. Ну, решают на Верочку закончить, видимо. Выбирает Свен, какой же артефакт ему выбрать. Носит пока что просто обычную нейтралку. Думает. Очень, очень жестко думает. Акс алебарду собирает. Алебард, пайп. Бля, вот очень я не знаю, вот как тебе пайп вот против пика Radiant? Мне кажется, он здесь не очень. Мне вообще не нравится, потому что там не то чтобы сильно много мэджик урона. Скорее, мне кажется, алебарда была бы поприятнее за счет наличия темпларки. Не скажу ничего про даунбрекер шторма с алебардой. Вообще какой-то очень странный выбор героев слева, правда, ради. Не очень мне нравится. Справа пик все-таки как-то жестче выглядит. Не знаю, мне, просто на... мне наоборот нравился пик слева, потому что там столько сетапов, вот под шторма, шторм влетает, на него летит даунбрекер. Или даже неважно, может влететь тиник, на него сразу летит даунбрекер, туда влетает шторм. Там, я не знаю, и та же самая, например, темпларка с блинка. Слишком, как сказать, много урона в одну цель, то есть они кого-то заберсить могут очень быстро. Прожимают смоки вчетвером. Просто мне кажется, я все равно представляю, что команда справа посильнее нас, ну, как бы. Ну, будем нам честны, хотелось... слева пик на исполнение. Да. Справа вот. Все-таки, да. А справа он просто обычный и надежный пик. Крепкий пик, да. Ой, так, поймали снайпера, ничего не произошло. Хорошо. Слишком далеко были тиммейты, не смог он тоснуть, на них просто подбросил на месте. Торм отпушит верхнюю линию. Рубик тос, кстати, спиздил. Сейчас, может быть, как-то под первый спелл получится у него застапить. О, все-таки тос от вич-доктора, хорошая цель. Быстро убить, быстро убить. Убивает быстро у нас вич-доктора без байбека, умирает он. Байбека, ой, как неприятно. Умирает Тини. Тини без байбека тоже, да? Да, ой, очень мало урона наносит даунбрейкер. Ну все, это... Будут ли байбекаться? Или просто напишут ГГ? Не, байбекался, ГГ пишут ГГ. Ну да, все-таки справа да. Переехал пик. Джун хейтерс. Один, ой, 0-1 получается. Открывают, да, данную встречу. Ну посмотрим, что будет на второй карте. Возможно, сделают какие-то выводы команда слева. А мы в это время пошли тренироваться. Наш матч через час ориентировочно. Александр, вам успешного комментирования. Спасибо, Игорь. А тебе успешной подготовки. Я очень надеюсь выиграть, потому что меня заебало сосать 2-0 каждую блядскую игру. Все, давай. Давай, ебаш, Игорян. Так. Кстати, вот несмотря на такой счет 30-37, ну, игра была довольно однокалиточная. Ну, снайпер 20 на 2. Слишком большой отрыв у снайпера был. Вот просто все, педаль в пол, 30 тысяч на Творса. Сколько у него получается? 30к на 42. Ну, кстати, у Свена тоже шмоток мало было, но все равно за счет вот этого вот пика, за то, что снайпер засноуболился, просто, ну, тяжело, тяжело выиграть. Потому что одного снайпера, например, чтобы убить, им нужно все кнопки, например, прожать. А остальных персонажей чем убивать? Вот снайпер нажимает, ой, не снайпер, Свен нажимает ГДС. И что делать? ГДС, БКБ. Он того же вич-доктора, несмотря на свое количество денег, он просто убивает за 3 тычки. Шторма тоже. Если шторм подставляется, тоже быстро умирает за 3 тычки. Не знаю, тяжело здесь было выиграть левым пиком в данных ситуациях, в которых оказалась команда Radiant. Но, не знаю, мне все равно их пик больше нравился, потому что, ну, он больше реально идет на исполнение. Может быть, немножко
недоисполнили, так сказать. Так, у нас там вторая карта, да? Надо поменять. Так вот. Надеюсь, они быстренько это все сделают. Так, а пока у нас будет пауза быстренько.
Драу Рейнджер.
Так, вторая карта. Первая карта у нас выиграли Union ненавистники, они же June Haters. Тут у нас еще они нас, получается, забрали Акса. Акс же Кира, верно, свой. Снизу у нас так, Легович Доктор, Снэпка и Траксада. Это у нас еще будет Лего, Снэпка. Бля, хотя Снэпка в мид еще может пойти. Виверна на 4, скорее всего. Че, Акс, Виверна, Сван, Джекира и Медак остался. А, кстати, что по банам? Забанили снайпера, трусики Котоловского. Вот Джун Хейтерс хороших героев банит. Тиника все-таки не забанили, видимо, им неприятно было против него играть. Баратрум. Баратрум, Спектра, Войд, что там? Скайрос Мэг и Вайпер. Тут Бэйн, Грим, Леон, Снайпер, Тинкер и Ланая. Нравится, видимо, Димедролу играть на Свене. Сигна его, скорее всего. Бля, Лего, Снэпка, такая линия сильная вообще. Забанили Шторма. Команда Рейдиан, получается... А, не, команда Рейдиан забанила Зевса, команда Дайр Шторма. Сейчас, видимо, будут медиков добирать. Мне кажется, Снэпка все-таки 4 будет. Лего, Снэпка, Дровка, ВД. Дополнительного времени еще много. Сейчас там сейчас пока музон включу на фон. Кого бы я хотел видеть у Radiant? Ворваться есть, в принципе, и Виверна есть. Как колбазу сейвить. Здесь Виверна, кстати, заебатая прям. Она может и в дуэли сейвить. Ну, бля, вот здесь мне Виверна прям нравится. Если Вич Доктор еще будет плохую позиционку держать, просто она может в него сразу колбу кидать. Ой, не колбу, ульту, курсу. Курсу кидает, все, моментально минус героя. Та же самая дровка. Тем более в этом патче, значит, вроде нормально стало. Верно, хотя она мне всегда нравилась. Мне на этом персонаже очень много игр. Не знаю, хороший герой. На нем очень легко, плохо кнопки нажать. Шейкера берут. Это легендарный шейкер от Киатаки, что ли? Или что это? Шейкер? Что это за шейкер? Сейчас посмотрим. Все-таки мид у нас снэпка идет. А там они добрали аппарата, да? Хм. Хороший пик сверху. Акс влетает, туда залетает. Ульт аппарата. Джекира тоже кнопки может нажать под Акса. Виверна может сама даже засетапить, там подсейвить сейв от Леги. Свен это все убивает. Главное, чтобы Свену денег было достаточно в этой игре. У нас по итогу все-таки шейкер на 4 пойдет. А, нифига, тут 30-я Виверна. Prepare for battle.
Decent Research Doctor. Скорее всего, какой-нибудь подмит поставят. Или, может быть, отдаст дровки там. Виверна? Все верно. Шейкер на варды чекает мид. Если он пока не стоит. Пока еще не поставили. Видимо, будут обходить из верхний лес. Из команды Radiant. И июня ненавистники. Интересно, кстати, выходят. Так, скорее всего, можно будет с ХГ бабку попробовать подцепить. Которая наверняка поднимется за руной. Ну, ФБ у них есть чем делать. Все, умирает бабка. ФБ забирает Джекира. 30-30 так-то не хило. Можно себе какой-нибудь условно... Что там еще происходит? А, просто дал каски. Так, Джекира у нас будет стоять снизу, да? Что себе принесет на 500? Сапог или еще расходников притащит? Мне кажется, тут сапог бы первый ранее вот такой был бы неплох. Учитывая то, что там шейкер милишник, можем просто давать тычку убегать от него, потому что сам шейкер-то без сапога. Сколько там сапог дает? 50, если мне память не изменяет. А, 45, да? 45, то есть у него было бы 335 МС от шейкера. Ну, у них, да, был бы равный МС. Можно было бы спокойно с ним тычковаться, с шейкером. А, у нас вообще аппарат медовый. Интересно будет посмотреть на это. Нестандартно. Почему-то рейтит на первом левеле каски, Witch Doctor. Ну, скорее всего, он их там на руну куда-то качал. Под руну. Мне кажется, хил бы здесь был бы прям вообще превосходный, потому что у них такая линия относительно терпилоидная. Я бы здесь даже какую-нибудь раскачку 1-2-2 бы сделал. На его месте. Хил в 2 и на ману. Расходник. Слишком неприятная линия, потому что Акс, верно. Очень сильно пробивает Джекира на нижней линии. Что, ему сапог все-таки едет? Да, сапог плюс манга. Десейвил у нас и верно Акса. Сейчас горелка будет. О, кстати, у верно есть первый спелл. Они могут вообще сейчас спокойно кого-нибудь убить. Того же самого Вич-доктора. Слишком много урона нанесет. Верно под второй этот, под горелку Акса. Стягиваются под мид. Шейкер, но тут, да, все тщетно. Не получился выход в мид. Ну, уже интересно, потому что, например, в предыдущей игре никто вообще под мид не смещался. Хотя там был мид относительно однокалиточный. Сейчас хилом будет, конечно, поприятнее стоять в Траксе. У нее еще три тангуса есть. Вот еще. Ну,
Надеюсь, Вич-Доктор все-таки сейчас второй спелл в 2 возьмет на 4 уровне. Пробивает Джекира. Мне кажется, не должно быть так, то что здесь Шейкер фул хп ходит. Ой, сильно подставляется Шейкер. Будет за это умирать, скорее всего. Сейчас будет тычка с третьего спелла. Да, умирает Шейкер. О, и не успевает еще баунти забрать. Это теперь мое. Там Свен улетит. Фласка. Свен сейчас отхилится. Я не понимаю, почему они под горелку не напрягают ту же самую Траксо. Ой, мажет Маледикт на Вич-Доктор. Из-за этого Тракса... Ой, наверное, выживает. Заблочил Кемпич, доктор у нас. Шейкер выходит под мид. Скорее всего, что-то будут делать, а не с аппаратом. Нет, все-таки возвращается обратно Шейкер. Решил ничего не делать. Позвольте. Мне кажется, бабка должна намного агрессивнее играть в ВВС аппарата, то у аппарата опять 6 левел. Не попадает ультом, зато попадает по бабке. Бабку бы можно было бы сейчас пробовать убить. Забирает хосту и верно, возвращается обратно на верхнюю линию. Выходит на дровку. И будет умирать дровка. Ой-ой-ой-ой. Выживет ли еще? Да, выживает дровка. Убивает Акса. Убьет Акса? Должна убить. Там он сейчас стик нажмет. Стик. Фессура сейчас докапает, наверное. Ну будет он умирать, там уже Вич-Доктор идет ему на перерез. Ух ты, когда замансил. Блять, дальник спалил. Не прожал агр. И дровка на лоу хп стоит. Слишком долго гоняются они за Аксом. Все-таки убивают. И мне кажется, следующая сейчас будет дровка. Хотя маны нет. Шейкера. Идет хилить. Все-таки Маледик двойку он взял на Вич-Докторе. Время тишины. Умирает, верно. Слишком сильно переагрессировала. И плюс вот эта колба. Хотя, возможно, если бы она не дала, она бы... Сказать, раньше бы умерла. Идет у нас воровать руну мудрости Шейкер. Он это без проблем сделает, потому что верно только через 5 секунд реснется. Тем временем у самих Дайр тоже руна мудрости еще не подобрана. ДД сверху. Да, вот прилетела верно за руной. А ее уже нет. Так, кто там ЛЦ по шмоткам? ЛЦ фейзы и обратка скоро будет уже. Мом будет собирать Свен. Здесь что-то что? Медалька, да? Какая-то? Да, медальку будет собирать бабка. Смещается на мид Шейкер. Ой-ой-ой, плохо кнопки нажали мужики в миде. Еще и Вич-Доктор сюда подходит. Не хочет вот он качать второй спелл на Вич-Докторе, хотя он сейчас мог бабку нормально так отхилить. Сколько там секунда?
12. Траксия прилетела. Прилетели Т. Там с мангусом вроде. Опережает Свен на 600 рублей дровку. Не знаю, тяжелый лейн для дровки. Хотя отстояли они его относительно неплохо. Все могло быть в разы хуже. Потому что горелка Акса плюс первый верно, и у тебя просто все, лица нет. А у Вич-Доктора столько маны не хватит, чтобы, сука, отхилить. Каски? Все, хорошие каски. Умирает верно. А, летит ульт аппарата. Будет умирать. Нет, Роксайя все-таки не умрет. Или умрет. Дотикает. Нет, выживает Роксач, все, видишь, доктор отхилит. Пускай даже с Вуду Ресторейшн в единичку. Свен у нас прожал ГДС. Зря, конечно, эта линия показалась снэпка, еще и на лоу хп. Мне кажется, сейчас любая стяжка, и мидер просто умрет. Вот и нет. Еще и дуэль получит Свен. Ой, не Свен, а от Свена дуэль заработает у нас Лего. Джекира выживает без проблем. Убивает еще и дровку сверху. Разменялись корами. Команда Dire Radiant. Интересная сборка у аппарата. Он будет выходить в молнии у нас. Так, по вардам что тут у нас? Варды в миде стоят. Здесь на лестнице в верхнем лесу. На ХГ. И здесь тоже. То же самое, практически зеркально. Стоят варды. Что у команды Dire, что у команды Radiant. Обратка появляется у Леги. Совершалось нападение у нас на дровку, но снайпка стянулась, и по итогу умерли у нас Акс верный. Чумажит аппарат ультой, хотя вот если бы он попал по дровке, она бы точно умирала, но там, так сказать, дровка просто на месте стала, даже не собиралась это доджить, а аппарат, видимо, просто промазал, бывает, игровой момент. Что-то странно делает молодой человек на дровке. Потом за это точно умирает. Не получилось зарубить. О, хотя бы фраг забрал. Топ-1 Творс у нас Лего. Бабки все, опять же, плохо. В плане денег. Творс, как у Вич-Доктора, практически там разница в 200 монет. Верно, решайся сразу блин покупать. Сомнительно. Я не понимаю, почему бы не купить арканы. По-моему, арканы были бы замечательны. Ну, их на крайняк все равно можно же потом разобрать, да и собрать условную линзу какую-нибудь. Здесь просто есть кому прыгать. А блинк, мне кажется, здесь не must-have шмотка, тем более первый. После сапога. Какой-нибудь переход еще тоже должен быть. Дровка у нас там что? Дровки летит Dragon Lens. Собирается под верхней линией команду Dire. Хотят, видимо, этот тауэр несчастный забрать. Будет ли дефать его команда Radiant?
Волшебство у нас берет аппарат. Тем временем совершается нападение на Легу. Скуджить нечем. Будет умирать. Умирает Лего. Аппарат хочет драться тем временем. Ой, плохо нажимает кнопки команда Дайр. Идут дальше. Очень много урона от аппарата. Но все-таки умирает. Получает за него бабка 300 монет. Также руна мудрости у команды Radiant еще не собрана. Так, Аксон скачает Эншей. Мне не помешает. А Свен все так же не любит этих Эншей. Хотя, например, если бы он их сейчас скачал, он бы на очень намного бы опережал ту же самую Траксу. Тракса, кстати, тоже не уходит вниз. Хотя вот здесь, например, можно было хотя бы здесь два стака сделать, здесь два стака. Она бы уже серьезно так апнулась. Хотя бы чуть-чуть отогнала бы Свена. У них-то разница там в 1000 монет. Умирает Тич Доктор. Дуэшку вот нажали. Ой, плохо нажал кнопки Шейкер. Но все-таки убивает верно. Акс стягивается, ему до блинка 100. Кажется, нужно было докачивать этот блинк, потому что на ноги ему вряд ли дадут подойти. Просто кол нажать. Я бы на месте дровки бы забирал вражеские вот эти стаки. Ой, не стаки, просто вражеских эншей. Потому что, ну, уже вторую игру Свен просто их игнорирует. Стягивается на мид дровка, будет сейчас распушивать мид. Тут тавер пол хп. Драка снизу, нажимается, не очень хорошая курса. О, какой ульт? Какой ульт от аппарата? Ой, мне так нравится этот аппарат, здесь нравится. Тройное убийство делает аппарат. Горелки нет. Залетает стан Свена. Все, прекрасно. Минус 4 оформляет команда Radiant. Причем довольно-таки легкий минус 4. Несмотря на плохо нажатую курсу, но здесь аппарат очень хорошо кнопки нажал. И вот этот ульт, который он сюда дал. Не знаю, здесь он соло-шейкера убил. Опять умирает шейкер. Не ожидал он, видимо, здесь увидеть оппонента. Дровка 6500. Свена мом. Следующая шмотка, он хочет себе купить блинк. До блинка 400. Кстати, интересную шмотку у нас решила купить Лего Фалкон. Фалкон БКБ блинк. Курсу верно купила себе блинк и акс блинк. Аппарат у нас собирает аганимчик. Ему до аганима 1800 осталось. Уже половина есть. Так, руна щита снизу. Бабки у нас что у нас? Solar Crest. И следующим хочет себе молнии. Нападают на Легу. И убивают. Много такого периодического и магического урона, конечно, у них на этой стадии. То, что доктор прописал. Тяжеловато Легия, например, это все сбрасывать. Слишком много. Ты сбрасываешь, например, тычку с первого от Виверны. Например, ты вторым спеллом сбросил. Пока ты это накастовал, у тебя уже летит вторая, и все. Ты опять по итогу под замедлением. Ну, может быть, здесь даже БКВ будет не таким уж и плохим выбором. Не знаю. Здесь же теперь с талантом, да, дается неусприимчивость. Да, причем еще на 25-м только.
пошла все-таки качать нижнюю тройку с иншами Таркса. Я думаю, то, что она здесь так и останется. У Таркса у нас Драгонлэнс Яша. Хочет выйти в пику. Ой, будет у нас умирать Акс. Убивает Акса. Вещдоктор 400 получает за это. Вещдоктор сразу решил выйти в Аганим. Просто купил себе арканы и пошел в Аганим. Собирается под нижней линией команда Дайер. Сейчас, скорее всего, умирать будет. Верно, нет, успевает сделать блинкаут. А, так они готовы принять этот файт. Дровки рядом нет, но она стягивается. Колет ей, видимо, стянуться. Хотят дефать. Команда Radiant. Нижний тавр. 5 прекрасный ульт дает аппарат. Заставляет Дайер команду развернуться. Сейчас, скорее всего, будут прыгать в Акса. Хотя нет. Верно поднимается на ХГ. Будет умирать Вич-Доктор. Быстро сгревает Вич-Доктора. Не, прекрасно кнопки прожимает команда Radiant. Прекрасный подсейв, опять же, в дуэль. Просто даблкил. Сокращает дистанцию, Свен. Мне кажется, зря он уходит. Ульт мимо, но бабка будет умирать. Блин, зря Свен отошел, конечно. Опять выживает на лоу хп. Нет, здесь Виверна был слишком хорошим пиком. Потому что здесь из магии, что, ну, только шейкер. Там, если насрет. А срет он редко. Раз в 130 секунд. И под Морти Меркис из бабки. Но тоже кнопка не сказать то, что быстро кадешится. Поэтому мне здесь, верно, очень нравится. А, например, Фордавич доктора. Через колбу не проходит урон. Там только как-то через Маледикт плюс магический урон вот с этих двух кнопок как-то кастовать, я хер его знает. Но они пока еще так не фокусили персонажей. Какой-то себе еще шмотку несет аппарат. Что он себе несет? А, просто ману попить. Полилоки покупает, верно. Ну, блядь, здесь настолько этот герой охуенный, то что, блядь, на него можно, я не знаю, хоть рапиру покупать. Как бы Холи Локи тоже, она не, я бы не сказал то, что ослабляет персонажа. Просто будет намного больше хилить. Какие таланты там еще есть. Вот, еще плюс 25 к базовому лечению, например. От колбы. Она сейчас очень много хилит. Ну вот что это. Слишком много. Прожимает смог. Все, скорее всего, будет выходить на Легу. А здесь сразу стоит еще три героя, причем. Поставит ли вард кто-то на камень, увидит ли? Прекрасно колет Акс. Все, просто дабл килл. Цепляет с курсой у нас. Лего тоже будет умирать. Слишком много критического урона и замедления. Просто ад для Леги, наверное. Делает тап-аут у нас. Бабка вроде. Нет, это дровка делает тап-аут, скорее всего, да? Вроде дровка. Скорее всего, дровка делает тап-аут. Ну, успела улететь, и слава богу. И тем временем пошли у нас на Рошан команда Рейди... команда... Команда Рейди, все верно. Им нужно под своей вот этой вот областью играть. У них здесь стоит три варда. Я не знаю, что они там делают. Или хотя бы здесь.
и пытаться цеплять героев. В первую очередь это какой-то аппарат с виверной. Вот. Виверна точно must have для того, чтобы цеплять. Хотя здесь даже блинк на виверне. Первая шмотка, в принципе, заебись, то что ты можешь даже за позиционкой не следить, просто стоять сзади и все. Как бы гемора меньше. Пригодится. Кстати, дровка тем временем догнала Свена, там у них всего лишь разница 900. Интересно. Дровка 2-2, Свен 2-1, 200 крипов, дровка 172. Прожимают еще раз смоки в пятером команда Radiant. Сейчас, скорее всего, будут подниматься в верхний лес. Найдут бабку. Но они здесь без вижена. Они... А, все-таки поставили вижен, видит бабку. Под курсу решают убить. Мне кажется, это была плохая идея. Верни первая прыгать. Но нет, Акс подстраховывает. Колба, колба. Ну, в принципе, все, просто выбили Аегис, вот и все. Конечно, умирает Свен, это плохо. Но, будем так говорить, он здесь не очень-то и роли пока что играет, этот Свен. Не делает сильно большой разницы. Куда-то прыгает у нас Виверна, я не знаю, почему ее за это не наказали. Мне кажется, под гаст можно было ее вообще спокойно убить. Хотя у Вич-доктора варда не было. Возможно, нет. Но все равно, так прыгать слишком... Слишком рискованно на месте верно. Реген снизу. Так, у них что здесь? У Дайер получается здесь вард. Здесь. И все, да, повижено. Рейден сюда просто... Чё они сюда выебали? Смотрю, да, просто. Да, просто здесь смотрю поставили. У них здесь просто вижен снизу стоит, и все. На линии. Интересно, куда-нибудь вот в эту область можно вард поставить? По-моему, это вот здесь вот заебись, то, что здесь просвет видно. Бабки ТП есть? Да, ТП бабки есть. Прыгает Акс. А, неудачно прыгнул. Аппарат, кстати, тем временем появился Dragon Lance. Он будет выходить в пику. Виверна у нас уже будет покупать Witchblade. А Джекира, скорее всего, просто пойдет в не совсем обычные грейвсы на этого персонажа. Грейвсы, форсик. Мне Юл нравится на Джекира. Тоже интересная шмотка. Как сетап тоже заебись. Под Юл там колбу тоже можешь сам ходить сетапить какие-то фраги. Или там, например, если Лего впрыгает в кого-то, можно там Лего поднимать условную. Не знаю, как допстан, почему нет. Тем более под второй спелл. Интересно, какие шмотки здесь у Свена? Что он так долго думает? Прыгнул в кого-то он, верно? Быстро убивают Шейкера, нажимает он ульт, довольно-таки плохой, умирает Шейкер. Будет умирать Свен? Будет умирать. Ой, да неужели? Офигеть, она перехилила. Он пережил Маледикт, пережил ульт Джекира. Все, просто минус 4. Даже минус 5, потому что Шейкер пропитал от байбека. Его второй раз убили. Минус 5 делает команда Radiant. Удивляет меня этот аппарат мид. Слишком хорошо себя показывает в этой игре.
От ранги посмотреть нельзя, да? Не знаю, мне нравится, как у Медак играет. Команда Radiant. Мне больше интересно, вот как они говорили, да? Ну, какой у них разговор происходил на моменте, когда вот... Просто на... Если я не ошибаюсь, на ласт пик был взят аппарат. Просто аппарат мид. Подставляется бабка. Опять не фокусит нас Вич-доктор. Он просто стоит и весь файт кастует свои кнопки. Сейчас ему прилетит уже Аганим. 2000 у него золото. Доли нет, все-таки успевает дойти Шейкер, добивает, будет умирать счет Джекира. И тем временем делает минус 4 команды Дайр. Снизу у нас появляется ДД, также руна мудрости. Баунти, еще снизу Т1 стоит, он уже скоро от Сараси ляжет. Можно немного покачаться, пока команда Radiant еще сидит в таверне. Что там будет еще пора дальше собирать? А, ну просто муншар, да, видимо, иди пойдет. Так, тут Dragonlance, тут... А, Dragonlance хочет собирать себе, верно. Здесь у нас еще Crimson, блинк на силу, на жир, Кираса и линза. Не понимаю. А вот линзу я не понимаю. Двойной урон. Ну да ладно. Не знаю, мне слишком нравится Юл на вот этом герое. Слишком охуенная шмотка. Леги прилетает БКБ. Сколько осталось? Блять, математика с подвохом. 1100, да? А, ну грубо говоря, 350 остается Вич-доктору до Глиммера. Аганим у него уже есть. ДД у дровки. Хочешь собрать себе линку. Линка уже летит ей. В смоках команда Radiant сейчас будут выходить. Увидят ли бабку? Стоят под вражеским вардом, увидели бабку, быстро ее сбривают моментально. Будет умирать еще и Вич-доктор. Что по байбекам? Байбеков нет, кстати, ни у кого из команды Dire. Все-таки линзу хочет покупать на Джекира, я не знаю. Ну вот почему мне не взять Юл, например, да, и... Блядь, тут даже... О, здравствуйте. Не знаю, Юл, блин, какой-то. О, Денис у нас пришел. А знаете, что в Дискорде? Привет. Да, да. Я тут просто микро вырубил диски. Залетай ко мне на транс. Я уже здесь. Вот. Сакастер, Дениска пришел. Конечно, конечно. Довольно однокалиточные игры, да. Вот первая карта была однокалиточная. Июни-ненавистники, так называемые. Прям вообще они по пику. Более сильные пики. Подставляется Шейкер, умирает. А я помню, это смотри, это их Медак, да? Да. Да. Я помню, они жестко разваливали просто. Мальчик. Хорошо он, кстати, исполняет, причем герои такие нестандартные. Но удается перевернуть опять всем, плевать на Вич-доктора, он просто стоит и кастует свои кнопки. Вот какую уже игру? Вчера две игры, и вот сегодняшняя, получается, вот тоже четвертая карта. Всем плевать на существование Вич-доктора. Он, если сам не подставится, его вообще не фокусит почему-то. А это случайно не команда Игоря справа? Нет, Игорь будет следующую играть. Понял. Он ушел на... А вот и он. Вот, а вот и он, да. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Вы морально подготовились к игре?
У нас почему-то вражеский мизер написал, что он резко себя плохо почувствовал за полчаса до игры, и будем в срочном порядке искать замену, либо буду мошнить на автолуз, потому что, ну, извините, за полчаса такое не делается. Потому что 2-0 заебались проиграть, правильно? Правильно. Мошнись на автолуз. Как там квич-доктор? Нужно еще успеть тебе сегодня на квиз-плиз не забыть, как правильно. Есть такое дело. Квич-доктора Игорь опять никто не фокусит. Уже четвертую игру, он просто сделал ультракил. Задумайся, Игорь, над Керри Вич-доктор, раз меня никто не трогает в каждой игре. Да. Я подумал об этом уже, у нас была мысль. Мне кажется, он своего рода как Рики, но я не знаю. Его просто не видно. Его как будто а не вообще видно. Этого гирокоптера рассматривали, как по мне герой сильный должен быть. Да, про гирокоптера я думал. Но я сейчас поиграл на Свене, Свен какой-то тоже приятный очень. Все-таки у Гиро 2000 теперь сагоним, это очень серьезно. Думаешь, что это попробовать? Тебе, типа, например, кристалли сагоним, потом какая-то бабочка сатаник, мне кажется, тяжело прямо убить героя будет, учитывая, что он даже в стане килиться будет. Я тренировался на нем, но до патча. То есть о, я брал Гиро, приятный. Тот самый кристаллис, который посидит наработком энергоосколка. Стики важнее. Ну, конечно. А в Рейсбенд еще и усилился недавно, 10 минут назад. Ага, почему-то переложил он в Рейсбенд, а не стики. Ага, продал Рейсбенд. И тоже пускай полежит Демон Эдж, 24 к урону. Или сколько там, 48, я не помню. Что там приятное такое? Много-много, там не знаю, не скажу. Нет, там тоже не 28, не там 40. Вот, 40, 40, да, точно. 40 к урону. Ага, переложил, хорошо, догадался. Услышал нас, возможно, смотрит стрим прямо сейчас. Игорь, так он у вас одновременно перформанс сидит на Дарфилу играет. Примерно вашего уровня игрок. Это где, какой? Артемка. Простите, еще раз. Александров. Артем, Александров. А, нет, это турнир в рамках компании, мы не будем брать. Ой-ой-ой, шейкер прыгнул. Нифига себе, шейкер влетел. Ебать. Ой, а продолжение? А Дайрта начинает переворачивать это понемножку. Это все потому, что он блэк? Продолжение поздно пришло. Идеальный врыв от шейкера. Невероятный ульт выдал шейкер просто. Но в то же время и курса спасла остальных трех. От полного Team Vibe, потому что это вообще Team Vibe, Vibe. Team Vibe это нормально. Чё нормально? Смешно звучит Team Vibe. Vibe, да. Кстати, не вижу смысла покупать на Свена Кирасу, но настолько быстро, мне кажется, это ну не самый полезный артефакт. Да нечего, против тропки надо на самом деле. Против нее все на бабочке не работает. Кираса хотя бы арбор даст, потому что хотя она же через белый пробивает, через зеленый пробивает. Это я знаю. Но... по-любому норм. Оксана могла в теории купить его. Да не, ну с вами наоборот нормально. Кирас плюс его третий, это офигенно против тройки. На самом деле герой хороший в целом. Сейчас будут забирать Рошана, команда ДР. Пол ХП Рошан стоит. Должно хотеть демеджа. Я манту отвести. Честно, что? Уже я смотрю на слоты дровки. Вот ее сейчас будет же тяжело убивать просто. И урона с нее будет просто невероятное количество. А Верджи, да, кстати, тоже эту фигню ульту, да, испортили. Теперь она не может физикой бить. Только магией. Кому еще раз? Виверни, она сейчас теперь сюда не дамажит сама, просто только магия дамажит маг. Честно сказать, не знаю. Но здесь сама по себе мне Виверна очень сильно нравится. Ну вот, да, владельца этой способности больше не можно носить физический урон со щитом под ее действием. Магический и чистый, да. Да че, ну на дробке может это выиграть, наверное, в принципе. Ну, если Фадакса не подставится. А у них все уже последние два файта, так тем более у него же сейчас еще Аегис, как бы право на ошибку есть. Холодное. Отыграли они все преимущество. Да? Думаю, 1-1 будет. Они. Дэн, они последние три файта уже просто, ну, выигрывают. Я просто слышал, что на турнире запрещено с Дмитрием выигрывать, я поэтому. Я бы задумался на месте I'm Fast F Boy. Что может стоит как-то выстроить некоторую. 32-ю махинацию непосредственно. Или, например, попросить Гадапана выключить шейкера в линк. Я слышал, это возможно. Выключите ему дагер. Ну да-да. Отличная отсылка. Шейкер в Дани. Как вам, парни, в рейскинг в нынешней мете? У него, если не ошибаюсь, один из самых высоких винрейтов, судя по моим сводкам с дотабаф. Скелетики прикольные. А в чем их новая фишка, если напомнишь, буду очень признательно. По героям больше дамажит теперь еще. Угу. То есть стоит данного персонажа рассматривать.
Ну, я думаю, все равно, типа, вот посильнее чарик есть. ВК прикольный, конечно, базару ноль. Но вот гирокоптер в моем ощущении, ну, типа, ну, в моем понимании. Прям очень хороший герой, не знаю, да. Я бы точно. То есть там подбанить каких-то, против кого ему не очень приятно, и. Ну, например, там Арфа забанит, да, чтобы он не воровал у него эту фигню. Условно говоря. А так-то герой это сумасшедший. А Морж же больше не ворует, разве нет? Он ворует 5 там, или 10%, но самая суть в том, что он флаг-кэнон сам ворует, и вот это проблема. А, ну да. Как с ТБ было у него, что он мог форму забирать? Зря он так выходит на дровке, зря, мне кажется, нет? Да у него линка еще есть. Ой, я думал, задоджил, нет, не задоджил Монтой, но все-таки красиво его лего было. Подстраховывает. А я так понимаю, он, наверное, из-за того, что Манта нажал, из-за этого его и застанило. У него слинка вроде была, нет? На тот момент. Да, честно сказать, да, скорее всего, так произошло. Типа, как будто бы его через иллюзию заставило, мне кажется. Ну, можно сейчас в теории попробовать подняться. Ну, боятся не Акса и Верн, да еще без аппарата. Аппарат, кстати, медовый, если что. Да-да, я уже понял. Как вы поднимались, так понимаю, там чуть-чуть бояться. Отличная куса, все, убивают Легу у нас. Вот же она начинается. Шейкер, летел хорошо, но... Продолжения нет, убить нужно сейчас всех. Может еще, не может. Добейте уже Шкачетакс и бежит прям в дропу. Помощи не будет никакой. Я не знаю, я бы прожал кнопки сейчас на Вич-докторе, это с Аганимом, почему бы не прожать? Он боится, что у него нету глиммера, вероятнее всего, я думаю. Ну нет, но все равно, там все равно весь фокус-то был на дровку. А, агр не нажимаем. Не успел, нет, у него КД он был. А, КД, все, ладно, прошу прощения, зря наговорил на игрока команды. Ну, поблагодарить актерский состав команды, да? Отлично, незаметное перебивание. Дмитрию и Димитрову. И еще этот, нажать кнопку нужно. Нет, КД. Он сейчас чуть не упал, но выдержал напор. Невидимость, неуязвимость. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто в тупу ушел. Помочь. Вот сейчас можно нажимать. От меня. Но это. Шейкер, да? Блин, да. А Игорь, есть какая-то это там инсайдерская информация, почему здесь Дмитрий играет только на каких-то таких уникальных достаточно героях. В плане. Нестандарт. Ну то есть у него нет каких-то там, допустим, баков, квопов, у него всегда какие-то бабки, вот, аппараты, что-то такое, достаточно. Не могу точно сказать. Точно сказать не могу. Ой, ее сбили. Он вообще не уважает, типа, обычный герой. Не, ну предыдущий награл на снайпера. Нет, на снайпера мы его уже видели тоже. Опять просто переворачивают. Вот. Какой Игорь проиграл этому снайперу? Да, снайпер был очень неприятный. Ну, так я же говорю, увидев у него какая-то мета на 1000 с руки, вот, понял? Но... Снайпер, бабка, аппарат из того, что я видел. Драться любит он, драться такой, драчун. Показать силу. Ну, духом, да, сильный он. Неплохо, кстати, подрались до эра, и это с учетом того, что там даже не было траксы. Спасибо. Мне принесли картошечку, я сейчас буду с сырным соусом. О, опять ПП продолжается. Угу. Как с пятницы начал, так и не заканчиваешь, красавец. Набор масла идет небольшой. Блять, поговорку забыл на вахте что-то. Сука. Сейчас, подожди, я тебя загуглю. Кстати, Игорь, вот интересовался, тебя как фаната джетбокса иногда называют, но так по-милому, по-доброму фэтбокс. Я думаю, что после просмотра данной видеозаписи это будет моя кличка в офисе. Фэтбокс. Хорошо. Не самое неприятное, бывали хуже. Он хуже промолчил. Я думаю, что если бы я служил в армии, то я бы вернулся полковником Сандерсом. Ну, Ростикс уже вернули. Когда... А, ладно, так это он. Осуждаю. Снесем тебя на канал сейчас, секундочку. Кстати, стримишь уже с этого, со своего канала или с Дюхиного? Нет, Дюхиного еще, у меня там висит этот... Сколько-то... Ну, уже, наверное, отошел, я не знаю. Понял.
Василий любит Derision 180, неплохо. Ты что, Далек не хочет купить себе Василия? Попробовать с Далеком на Виверну прыгать. Парни, такой нескромный вопрос. Как вы считаете, за кем лейт в данной игре? Учитывая наличие Свена, Акса и аппарата в левой команде, я в эйстровке. Я скажу так, то что наличие Виверны, Акса и Свена, это уже подразумевает собой некий рандом, потому что там персонаж может так прыгнуть, какой-нибудь них, что просто. На самом деле, если Акс, например, если говорим гиперлайт, у него будет БКБ рефрешер, то я думаю, это за Акса точно, потому что он может отключить дровку, получается, на 10 секунд, условно говоря. Нажимает смоки Акс, ДД. А вот конкретно сейчас, я думаю, если прям хорошо кнопки нажать, то ДР могут выиграть спокойно. Причем... Ой-ой-ой, как прыгает у нас, верно? Ну вот видишь, не хватает немного скорости. Все равно убивает двух персонажей, мидлейнера и ведь доктора. Все верно, прыгает, потому что задержка на улице, только она все равно успевает нажать, это достаточно. Умирает у нас и дровка. Шейкер превосходно прыгает, но, увы, уже наносить урон некому. Бабка бэйбэка. Нет, ну я же говорю, тут, видимо, ставками занимается Xiao8, и он намекнул тонко игроку на Draw Ranger, что надо сделать все красиво. Но правда, ради линии отпушены, и, возможно, все не так плохо. Акс улетает, не думаю, что будут без Акса пытаться заходить, а если пойдут, то сдохнут все. Да не, пойдут, у них 7 секунд, правда, ГДС не будет долго ломать будет, но я думаю, все равно пойдут, что им бояться? Легионку? Эй, у них есть, у них, верно, есть чем бояться. У них так-то жесткий пик против правого, на самом деле. Одна Виверна половину команды закрывает. Да. Не знаю, мне здесь верно, просто ты на ней можешь даже что угодно собирать. Просто сами спеллы персонажа, это что-то нереальное. В данном конкретно взятом примере, да, соглашусь. Мажет ульту аппарат. Ну заберут они сторону. По-любому. Сейчас так, будет продолжение, ну, от Акса. А, Акс вообще снизу. Да, Акс снизу. Я так понимаю, с изменением ульти вот не имеет смысла давать теперь в одного героя, как раньше. Можно вообще, мне кажется, просто копить ее на подсейф ульту. Ну, либо вот как он врывается, если в троих, то тоже круто, конечно. Да, а там всегда гарантированно минус герой. Ну да, я же смысла не имеет в одного нажимать, как раньше. Хотя он все равно собирает эти же шматки через пику. И этот Лич Блэйд. Не, ну тут довольно-таки интересный выбор вещей на саппортов. Тут Вич-Доктор у нас, БКБ, Аганим. Не, ну Вич-Доктор, понятно, Сахар, он понимает, что это школа Сахара, надо как бы соляного завозить. Я вообще вот реально здесь вижу, смотрю шмотки, я думаю, может, я что-то не понимаю. Вот я, например, чтоб я на четверке Шейкере, например, купил пайп. Да ну, я бы не купил, например. Ну, знаешь, я думаю, он как достаточно великие художники, да, при жизни они не были признаны, но после смерти все как бы очухались и поняли, что это были легенды. В предыдущей так, игре... Возможно, и с ним. В предыдущей сейчас игре... Сейчас люди не понимают, но потом... Тиник 4 тоже был. Он первыми двумя шмотками собрал Кримсон и... И что-то еще, я не помню. Что-то такое. Короче, у него Блинк только третьей шмоткой появился. Можно смотреть на тот угол выбора, по типу того, что ему нужно щит на камне. Хуй его знает. Не, ну вот здесь, я, например, не знаю, зачем вот здесь линза, например. Вот Юл вот заебись был бы. Чтоб оранжевенький огонь и синенький дальше кидать, чисто на характере, вот просто синий. Блять, нифига себе, аж прыгает. Пугает комментаторов. Отключите его монитор. Блять, как же наваливает аппарат. А, ЖМКП скоро хочешь брать, блин, жестко. Да, он еще молнии загрейдит, там такое так спид будет, это просто. Что-то невероятное. Блин, еще правым ХГ тяжело так-то бить, на самом деле. Правым? Из Акса, не может Ракса просто стоять и бить. А остальные не то чтобы бойцы хайграунда. У меня вообще вот эта дабла, где Виверна плюс Акс, это вообще что-то невозможное. Потому что, как ты видишь, Виверна вообще не на очке прыгает. Просто вперед. Просто уже инста где-то минимум двух героев она курсой цепляет, под это все прыгает Акс. Ну там потом, естественно, подходит СВ, нульт аппарата, там все сразу, похоронное бюро. Блин, ну вот Виверну Акс просто, мне кажется, на линии-то можно. Ну вот конкретно с дровкой, да, берем какого-то типа, ну, Дайнга, не знаю, что-нибудь такое. Или даже того же Агра.
У Вернис было дорого стоит, а Акс не сможет загнобить ржавика. Я думаю, можно их просто на линии так сильно унизить, что ну, у них натворцы будут низкие, и мы не смогут не реализовать как героев. Ну вот они, например, стали дровка Вич-Доктор. Вич-Доктор плохой герой, потому что Вич-Доктор либо потерпеть, а Маледикт плохо с дровкой, потому что у него нет как бы спеллов. Да. Таких, типа, как, например, гирокоптер условно под Браш. Ну, чтобы взять и с одной кнопки 300 урона, например, дать под Маледикт. Да. Кстати, хочу заметить, давай. Да. Что очень сложно заходить каждый из команд ХГ противника, действовать спеллы на отпуш, продолжать Александр. Да я уже забыл, что хотел сказать, Игорь. Прошу прощения. Там не столь важно. Да я не, ну вот рейтинг области, просто у них типа есть чем ворваться хотя бы. У правых, типа, они не могут ворваться, потому что верно подсейвят. Да. Ну да, но шейкер неприятно. А у правых некому даже подсейвить. То есть, по идее, ты ну, прыгает условно Акс. Если он подцепил эту дровку, все, а у тех дамеджа без дровки не будет просто. Как они тебе дрову 4000 на урона нанесут? Кто рефрессор возьмет? Джекира забирает. У них есть дэмэджа, там останется только Вич-Доктор по факту в этого Димидрова. Кстати, не уверен, что нужно Джекира забирать, лучше подали Виверни. Ну, мне рефрешер кажется. Сейчас еще статы дает, да? Ну, блин, если он на руку, то с рефрешером нормально уже будет. Ну да, ну, а, вижу, 3500 на руках. Да. Покупаем айтемы только целиком. Ну, это... Как и у Виверни. Это внегласное правило турнира, мы это уже давно поняли. Один только Вич-Доктор не в теме, но это ладно. Вич-Доктор Грейвсы хочет купить. Да. Кстати, отличный выбор нейтральной шмотки на Вич-Докторе на 50-й минуте. Просто Игорь, ты сам понимаешь, да, но взгляни на ситуацию в стране. То есть люди не понимают, куда девать свои деньги, то есть оставлять их, копить, куда-то вкладывать, понимаешь? Тяжелая ситуация, никто не знает, что делать. Да, да я понимаю. А, так сказать, в доте нельзя переложиться в другую валюту, да, то есть никак риски свои не диверсифицировать, понимаешь? Поэтому... Хотят уже покупать серьезную недвижимость, да, зачем мать какие-то там стики, еще что-то. Вот сразу Диадалус правая кнопка, мыши и все. Вон, видишь, дроу раньше, сразу сатаник, 6200, оп. Берем. Девица. Сапог тоже посидит, ну там чисто, мало ли. Вдруг при смерти выпадет пика, и можно будет приложить сапог. Хотя на самом деле стоило ему продать сапог и уже купить сатаник полностью, потому что байбак уже почти будет. Что-то странное происходит, ничего не понимаю. Вот. А, ничего себе, он слишком плотный. Статы, чтобы были статы, представляешь? Нет, не статы, это чтобы добежали иллюзии до линии быстрее. А, да, фига он потный. Я говорю, как она потная сидит. Поймали все-таки с ней за шейкера. Я вам предложил ему попить пивка и расслабиться, чувак, потому что после турнира обычно. Нифига себе, обычный. ИТС Major 2. Ну, вот Тернолем я понимаю, как его призовой фон, так сказать. Я думаю, он играет роль для такого человека. Потому что он настолько быстро, что просто не успевает обеднеть. Во Василии почему-то очень рейтит Фалкон на 52-й, когда 6000 на руках есть. Интересное байбэк. Решение. На байбэк. Я не уверен, что байбэк стоит 6284. Ты знал, что как бы все крупные компании наставляют свои деньги и выкупают свои акции, делают байбэк, так сказать. Угу. Интересно, видишь? Человек хочет выкупить своего героя в случае смерти. Грейжен и Даггер у Димидрола, не уверен, что принципиально поменять ситуацию. Опасно очень просто стоят. Просто нажимает БКБ, хорошо влетает вот, да. Бабка, умирает. Байбеки, кстати, байбека не будет у бабки. Байбеки есть только у Леги и у Траксы. В то время как у команды Radiant есть все, все 5 байбеков. Куда-то прыгает у нас уже шейкер. Опять никто еще не фокусит Вич-Доктора. Дабл килл. Сейчас опять убьет еще третьего. Опять в соло. Свен кричит, у меня нет выбора, я иду в обход. Просто прекрасно начали драку, но опять Вич-Доктор, грубо говоря, сделал трипл килл. Опять. Вот и, кстати, Игорь, как мы было отмечено, выкупается Василий. Когда все уже считали, что шансов уже не остается, появляется он, байбека. Ты отдал с правой кнопкой, ему уже и хватило, понимаешь? Фалкон продаем? Учись. Я бы вообще на твоем месте, ну, как бы сильно не критиковал выбор артефактов, потому что деньги копят. Ты, например, на Снарке вообще продал бакабэк, купил себе Хекс Арчит. Это легендарный билд. Ну, там нервы сыграли свое. А когда ты сделал 2000 и начал убегать?
тебя не смутило, не смутило, что с Булдаком какая-то проблема все-таки? Смутило, но... Ого! Играет в Counter-Strike у нас аппарат, видимо. Тогда снайпер, бабка, все дела. Даблкил. Произошел небольшой. Нужно сейчас прыгать, цеплять Виверну, должен догадаться о ее позиционке. Играет не первый раз в жизни. Сейчас на скилле надо, по идее, вообще аппарата подставиться, чтобы они направили аппарата, он подсейвит аппарата. У него еще ульта будет, то есть, ну, забатить, короче, вот такая, план такой. Начинают бить. Снял фокус. Почему не придумал аппарата? Хороший вопрос на Василия. Оказался Виверна. Василий, Василий боится, боится Василий. Умрет сейчас еще дровка. Да, она умирает. Ноль помощи, ноль мотивации. Ну, типа, вот боялся Василий прыгать. Против аппарата, я думаю, очень плохое решение, потому что мало того, что ХП дает, так еще не работает против аппарата. Поэтому, я думаю, стоило задуматься чем-то другим. И, возможно, кстати, еще стоило задуматься бабочка. Над нейтралкой. Стоило задуматься над нейтралкой на резист от магии, если была, к примеру. Вот эта вот кипа, которая в инвиз еще тебя... Да. Нет, ты так не сможешь посмотреть, у меня же для него только открываются 5 вариантов. А вот так? Нет, я имею в виду, вот у него из 5, когда выбор был, вот он взял себе эту шмотку. А была ли у него другая какая-то, понял, к примеру? Ну, нифига ты риторические вопросы задаешь. Без байбека или... Опять. Дабл килл. Дровка нет, дровка с баем. Мне очень нравится настрой Свена просто. БКБ ульта бараки уже второй раз подряд. Плану своему не изменяет. Ну, тем не менее, здесь он забрал. Милишный брат. А, здесь опять же забрал милишный брат. Я думаю, если черт не ждать, то... Нет, 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 прекрасно. Опять же, курса. Акс это все дело продолжает. Не байбекается дровка, да, металлова просто. Как же аппарат настреливает. Видимо, транзакция прошла, и байбек теперь не нажимается. Ну да. Все еще не байбекается. Тропка посиди, как говорили, да? Гага? Ну ничего страшного, бывает, команда немножко ошиблась. Команда здесь с Дмитрием сколько? 3 уже подряд ревьюет? 2-0. 3-0 идет команда? Серьезно, серьезно. Да. 6 карт на роу. Фу. Что, Игорь, если будете играть, удачи вам, удачи, если все-таки будете играть. Кстати, неплохая карта была. Даже своего рода какие-то перевороты были. О, кстати, стата предыдущий. Сейчас за это подожди. Хватит тебе килл. Сейчас, парни, секунду, найду нам пока что митера. 30 на 37. А че, по пикам? А, они тоже самое, да? Плюс-минус пикнули вообще. Свена рейтит. Да. Я тебе говорю, у Димидрол какая-то любовь у него к Свену. А у него еще этот какой-то из фейбла, как будто сет какой-то странный. Да. И, кстати, он категорически не любит иншей. Еще. А у этих фига интересно, они взяли шторм, темпларка, топларка керри, да, стояла. Угу. Мне, кстати, пик слева больше понравился, но он, видишь, он на исполнение. Там слишком много, ну, как сказать, много урона, чтобы убивать. Ну, мне Харда не нравится связочка, если честно. А Харда не трахнули? Или они стояли наоборот? Они тени и топларка стояли? Нет. Они вот... Так как ты первый раз подумал, так они и стояли. Тени 4 был. Блин, ну вот я не знаю. Мне кажется, стоит командам свои сайды немного подумать о ней, потому что 2 ренча, 2 милишника. Ну, всегда это, скажем так, менее выгодно, чем ренч-милишник. Если, конечно, мы не говорим там про линии с дарксирами, да, допустим, что-нибудь такое. Поэтому стоит задуматься, возможно, хотя бы над свапами линии, потому что, ну, они так реально усилятся. То есть и под... Ну, короче, темпларки с тени будет удобнее, да, там типа под тос, может, и убьют. Ну, на сейф линии же легче убить под тос, потому что под тавр легче закинуть. Ну, то есть эта же линия стоит на тебя обычно, вы же на сейф линии, и закинуть легче будет. А, например, стоунбрейкер под молоток легче убить под этот... Валедикт. Под Маледикт. Ну да, там же урона-то много получается. Считается, ты молоток плюс кинешь и еще не покрутишься. Знаю, мне не нравится, что у них шторм снайпера тоже тяжело ему, наверное, было на линии. Потому что, ну, вообще, если один из которых пиков снайпер из-за дальности атаки, шторм не может с ним размениваться вообще никак. Шторму очень плохо было, потому что вот он, например, на 7-й минуте. Ну да. Но это ожидаемо, просто типа в некотором плане контрпик снайпер. Ну именно вот на линии, да, по игре, конечно.
как будто бы неплохо против снайпера Шторм, да, но очень тяжело линию выстоять. Нужно какие-то ганги, что-то такое. Там просто видишь, там снайпер был очень жирный, он как бы на... Вот у Шторма был 5-й левел, он уже 2 раза его убил, Шторма. Сломал ему тауэр, и после того, как сломал тауэр, сразу сделал ТП наверх, еще там сделал даблкил в этот же момент. Вот поэтому, возможно, стоило просить Тини перетягиваться под вторую руну сразу, тосить, возможно, снайпер на Шторма пробовать убить, ну, чтобы сбить ему темп, да, и Шторма подразогнать. Ну, это так уже, конечно, там. Потому что снайпер вот... Прям серьезно подходить нужно к игре. Педаль в пол, вот, поехал он. Вот, например, видишь, у этой Джун Хейтерс, у них прикольно, что у них, типа, рейндж-мили линии стоят. Нет, Джуны вообще хорошо... пикает, не знаю, мне нравится. У них как-то, знаешь, более так надежно. Надежно, стабильно. Ну и свенфт Кларку неплохо из-за того, что третий спел армор дает всей команде. Кларка не любит, когда армора много. Да, и также у них есть в команде периодически та же самая эта горелка. Ну да, против Джакира впадло играть. Да, вообще впадло. Да, против Шрапнели тоже не очень приятно. Щит у тебя просто не стоит, считай. Так, у нас следующая игра, наверное, будет минут через 20 только. Поэтому съебемся-ка мы. На похавать. Силы восстановить, так сказать.